Доброго времени суток, народ! С вами, как обычно, Джесс. Мы продолжаем. Продолжаем проходить второй день Бардбарена. Собственно, менять что-то по компиляции отряда я не хочу. Мне очень все нравится, поэтому будем с таким пытаться. Что-то тут... что-то сделать. Так, ну и давайте еще одного толкающего деда. Мне очень нравится, вот, что 200 нот сразу имеется. Берешь и просто формируешь себе отряд. Полноценный, практически. В первый день, конечно же, соваться нечего вообще с таким... С такой прокачкой уже, ну, я и не особо собирался, что там делать. Знаете, около леса по-разному все время раскиданы, заметили? Тут, здесь вот на вот этом пятачке были глаза. Как-то я уже отмечал это просто. Там было несколько глаз лежало. Сейчас этих глаз там нет. Там лежит один глаз и всякая фигня. Ну, нет, я, конечно, может быть, ошибаюсь. И мне кажется, но вроде бы это так. Так, спокойно тут, блин. Ой, они все умерли. Ну и хорошо. Ну и ладно. Немножко ошибся, чуть не убил рыцаря. Так, продолжаем собирать отряд. Ну, собственно, все, отряд собран. Нравятся мне танки. Блин, рыцарь фактически мертв. Посмотрите на него. Душераздирающее зрелище. Так, один босс умер. Второй босс умер. Осталось еще два. Арифметика для самых маленьких. Блин. Хапанул. Хотел ему отбить и хапанул случайно. Давай. На. Кушай. Не обляпайся. Так, да-да-да-да-да, это веселая волна, надо ее без недооценок взять и уничтожить. Так, кто там едет? Там никто не едет, там кто-то умер. Блин, я бы попробовал ракету на зубок, ну просто в шилд ее принять, или вот этого товарища в шилд принять. Но блин, я боюсь, что у меня поумирают все, и это будет проблематично. Очень. Для дальнейшего прохождения. Хорошо. В последней серии вот эта волна почему-то у меня вызывала какие-то очень большие сложности. Но они, конечно же, разными порциями идут, то есть вот сейчас это по-божески, они пошли так потихонечку с двух этих. Но все равно, по идее, не должно прям уж так разниться. Кристалл вообще сейчас не тронул никто. Не говоря уж о моих братюнях. Прокачивать мне тупо нечего. Там остались Octodad, черепаха и еще какая-то шняга. И все это, честно, не впечатляет, и я не буду пытаться даже что-то делать с ним. Блин. И вот, собственно, лазер от этих ребят я тоже не принимаю в щит по той простой причине, что
целостность отряда боюсь терять. А! Вот, блин. Все-таки... Это не злые. Вроде все нормально, нормально, потом как даст... Ой, мать твою. То, что по-разному волны идут, то есть не постоянно в одном порядке, а вот так вот как-то странно. Это очень большой плюс. Тебе создает проблемы разные постоянно. То есть то так, то это. Пошел вон. Сверху подбирается, я вижу. О! Ого! Вот это я что-то не подумал. Ха-ха, прекрасно. Вообще бафы надо юзать, они очень сильно помогают. Да, мне танки определенно нравятся. Классно. Все вторые боссы поперемерли, вот смотрите. Это я протерял, правда, одного рыцаря со своим, со своей любовью к отбиваниям, но это не важно, не страшно абсолютно. Все, босса нет. Кто красавчик? Не красавчик. А можно как-то понять, какая это волна, нет? Ну, ладно. А, вон написано справа, ой, слева сверху. Волна 28. Дай. Мне не дают особо побегать с максимальным количеством нот, я смотрю. То бафаться приходится, то, блин, отряд убивают. Танки очень классные. Не. У меня там что-то деду не очень хорошо. Видите, он покоцанный. Он где-то там... Видимо, я им вот так же что-то поймал. Просто потому что... Потому что могу. Да. А, мне бекон принесли, окей. Деду стало получше вроде. Так, а какая волна сейчас? А. Бля. Ну, поторопился, бывает. Танков минус, надо очень четко в щит принять. Да ёп, хорошо хоть выработка нот такая, что, блин, вообще пофиг. Не знаю, куда она ушла. На, еще очень надеюсь, что кому-то там прилетело. Очередь за беконом.
Пошли! Там кто-то умер уже. Прекрасно. Ой, не то. Ну ладно. Блин! Кого потерял? Одного рыцаря, одного деда, хорошо. Значит, нужен шаман и дед. Потому что... Нет, двух рыцарей получается. Блин. Где-то, блин, все вообще, все в ноль ушло. Извините, это я с белкой общаюсь. Он свистит, я свищу ему. Хорошо, я без вебки играю, я чувствую, у меня такое на лице творится. Нужен еще бекон. Так, там нету пока что. А, Поп принес. Котофей. Котофей принес бекон. Воу! Вы чё, вообще конченые? Так же убить недолго. Так, давайте еще. Больше бафов на силу. Хорошо. Нормально. Пойдет. Все пойдет хорошо. Хорошо, все пойдет. Это был странный звук. Попросят повторить, не смогу. Блин. Так, стопэ. Так. 32-я волна. Полет нормальный. Я постоянно забываю, что у меня есть танки, и что когда что-то летит, надо не отворачиваться и бежать, а наоборот вернуться рожей и встретить это с честью. Блин, очень опасные бехолдеры, у них еще выстрелы так летят быстро. Что толпа уродов, блин?
Ничего сделать не можете, да? Нравится? Нравится, зараза? Нравится, надеюсь. Р-ты-ты-ты-ты-ры-тыр. Р-ты-ты-ры-тыр. Я не знаю, не спрашивайте, я задумался. Так. Жесть. Вы посмотрите, сколько нанесло танкам. Вот, блин, танки, они есть танки. Все, можно отдохнуть, короче говоря. А, нет, нельзя. Так, ну давайте этого босса сюда. Так. Падает. Мама, помогите. Да, все правильно. Блин! Перестаньте, пожалуйста, трясти мой экран, я уже ничего не понимаю. Нормально. Воу-воу, вы видите, кто у нас был? Хорошо. Это какая волна была? 34-я. Я не буду ничего прокачивать. Так, так, так. Не хватило. Ладно. Сейчас поджемлю немножечко, все будет. Это все. Без девочки танкушечки никак нельзя. Опять у меня вот не срабатывает, что можно в лицо принять. Мог не получать сейчас урон рыцарем вполне. Отправить обратно адресату. Эй, ой, адресату. Посылателю. Не знаю, как его назвать. Короче, я несу какую-то, блин, пургу. Надо с этим заканчивать. Деда еще протерял. Там рыцарь не хватает. Вообще, пока не полный отряд, это было довольно глупо. Ладно.
Зато быстро совсем справились. Так, хорошо. Ждем. Ждем. О, бекон принес, смотрите. Какой заботливый котофей. Это не кот, нифига, это помесь енота с какой-то еще хрень. У них выстрелы гораздо больше их собственного хп, и получается, когда я их в них отбиваю, они просто тут же дохнут. Сейчас мне нужно включить. Обратите внимание, сколько выстрелов второго босса отхавывают ему или первому, там, в кого попадет. Блин, я опять словил с собой. Блять, да... А откуда оно взялось? Ну ладно. Так, сейчас я водички глотну. Хорошо. Красиво получилось. Сейчас пойду Dark Souls записывать, а там такая же хренота. Если не жестче. Будет забавно. Бай. О, я отбил. Очень непривычно, что 4 внизу этих. Я регулярно вызываю не тех. Ну или пытаюсь вызвать не тех скорее. Потому что нот постоянно не хватает на момент, когда я вызываю рыцаря вместо деда, например. Енот такой, раз, сразу. Хилочку, господин. Пошли вон отсюда все. Извините, ВК я забыл закрыть. Вызываем себе последнего бойца. Все, хорошо. Босс. Мы готовы. Оп. Ну, сравнительно красиво получилось. А чё двое... А, лоу. Оба вулкана умерли. Мелкий опять там что-то разговаривать пытается. Если вам это слышно, то... Животное. Ничего поделать не могу. Так, я кого-то потерял. И ни одного. Шамана точно потерял. Вот это сейчас на моих глазах произошло. Кого еще? Рыцари сколько? Комплект. Значит, деда. Двоих дедов. Забавно. Ну чё, все умерли. Заканчиваем волну, товарищи. Нет, эти пробегают насквозь. Извините, я чё, сейчас не убился? Ну должен был попробовать. Вот, вот просто кровь из носа должен быть. Моей жизни восстановится. Единственное, что не восстанавливается, это городской кристалл. Все остальное
вполне себе решаемо, блин. Факов. Блин, ненавижу. Ненавижу этих уродов. Причем, ребята, бомбы тут на самом деле вообще не доставляют каких-то больших проблем. Доставляют проблемы вот эти чарджеры гадские. Ой. Чуть ребята бомбы меня не наказали сейчас за то, что я тут про них отозвался негативно. Сукины дети. Вот иди нахрен! Фух. Успел подставить деда правильно. Так. Сколько у меня кого? Давайте посмотрим. Да не, все правильно. Так, бихолдеры. Ворона с бихолдерами. Цирк с конями. Так что выстрелы бихолдеров больших я тоже не буду щит принимать. Я уже понял, что это будет. Это будет ГГшка. Просто сразу. Даже при том, что я, в общем-то, немало повышал себя здоровье. Не хочу это комментировать. Я запиздился и пропустил выстрел. Потому что не надо трепаться на боссах. Ой, не на боссах, на сложных моментах. И опять я бафы не использую. Вот надо бафнуться и... И потом решать их. Этих бихолдеров здоровых. Тем более, что их так много в одном месте. 100%. Хорошо бы было. Но, блин... Я лучше, блин, буду трепаться и ничего не делать полезного. Вообще, конечно, на инсейне, на второй день, три серии подряд, это немножечко сложновато. Я не жалуюсь, то есть как бы это, блин, мой выбор в конце концов. Я сам решил, что надо сделать это так, но, блин. Совесть-то имейте! Уроды. Уроды. Просто уроды. Вот не надо вот этого мне тут, пожалуйста. Городской кристалл вам не принадлежит. Блин. Влетело по кристаллу, влетело по мне. И влетело по всему отряду. Так, есть потери. Какие, я пока не вижу. Я сейчас совсем обнаглел, наворачиваю вокруг первого босса круги. Так, значит, вот так, вот так. Ну и что ты со мной сделать хочешь? Так, я прошу прощения, нужно прерваться, у меня там какие-то странные звуки собак стоят.
Так, продолжаем с вами. Это все безобразие. Ой, так, сейчас. Забыл наушники, чуть не огреб из-за этого. Если хотите знать, как можно чуть не огрести из-за того, что наушников на голове нету, попробуйте увернуться от чарджера, когда не слышите. Я решил эту ракету просто отпустить. Все, хана. Хана, братцы. Ну, я просто подустал уже, честно скажу. Первая попытка была очень хорошая, очень долгая. И она почти увенчалась успехом. Ну, увы. Не совсем так. Что-то у собаки... Ой, у собаки, господи. У черепахи вообще мощи нету. Не знаю, что с ней. Какой от нее толк вообще. Все, у нас куплена... игра. Хорошо, игра зависла. Давайте на этом прощаться. Спасибо большое за внимание. Оставляйте лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал обязательно. Друзей своих зовите. А вам все хорошо. Пока.